15 сентября 2020 года Ленинским районным судом было вынесено постановление в отношении прокурора Саратовской области Филипенко Сергея Владимировича. В данном постановлении являлось то, что меня незаконно осудили, в связи с чем я полгода пробыл в колонии вдали от своей семьи и жены и маленького ребенка. По ошибке следствия, надзор за которым осуществляла прокуратура, меня, Рубинштейна Дмитрия Александровича, незаконно осудили, после чего этапировали в колонию номер 33. Все мои попытки на тот момент достучаться до органов власти были, ну, по сути, бесполезными. На тот момент я писал не одно заявление, на что не было никакой реакции, после чего мой адвокат с супругой записали видеообращение на имя генерального прокурора, после чего меня освободили из колонии и полностью сняли с меня все судимости. На тот момент я понимал, что то, что меня отпустили из колонии, уже будучи осужденного, который отбывает срок, это, ну, на самом деле было на тот момент чудо. Я как раз отбывал в колонии номер 33, и после видеообращения в СМИ 25 августа меня освободили. После нескольких судебных заседаний, которые прошли, с меня были уже сняты полностью судимость. Но так как суд вынес, Ленинский районный суд вынес три постановления в адрес Следственного комитета, в адрес Главного управления Министерства внутренних дел и в адрес прокуратуры о том, что меня незаконно привлекли следствие и Министерство внутренних дел были, ну, можно сказать, согласны с данным постановлением, признав то, что они реально допустили ошибку и незаконно посадили меня в колонию. Но прокуратура, как я понимаю, так и не согласна с данным действием. Они считают, что вины в этом у них нету. То, что данное постановление как бы вынесено, я так понимаю, для них законным путем, и то есть свои ошибки они не признают до сих пор. На мой взгляд, прокуратура для того и нужна, чтобы люди, которые совершили преступление, попадали за решетку, а люди, которые не совершали преступление, оставались на свободе. Но прокуратура Саратовской области в итоге считает наоборот, и у них получается все не так, как должно быть по закону. В связи с этим я, Рубинштейн Дмитрий Александрович, я бы хотел обратиться к генеральному прокурору Игорю Краснову. Прошу вас в связи с изложенным провести проверку и признать действия Саратовской областной прокуратуры незаконными.